основанием послужило еще изначально, с первых дней моей работы, видя то, что данная структура работает неверно, мною были предприняты много попыток по выработке планов, по направлению, по изменению отношения города. Да, руководители меня слышали, подтверждали о том, что они готовы работать по новой, но время показывало совершенно иное. Это отмечалось не только мной, как жителем города, но это и отмечалось всеми горожанами нашего Ачинска.